Путь длиной в 27 лет подходит к концу. Сегодня на Московском тракте начали устанавливать маски скорби. Памятник жертвам политических репрессий появится на 12-м километре, где в 30-е годы расстреливали людей. Для установки 6-тонной скульптуры понадобилась специальная техника. Рабочие отмечают, в этом деле самое сложное – попасть в отверстия, которые заполнены специальным химическим составом. Здесь важен каждый сантиметр. Снег и ветер бригаде не помеха. Они торопятся успеть к назначенному дню. Торжественное открытие монумента состоится уже в следующий понедельник, 20 ноября, в полдень. Почтить память пострадавших в кровавые годы репрессий соберутся тысячи горожан. В их числе и близкие авторы монумента Эрнста Неизвестного. Те, кто лично был знаком со скульптором, признаются, историческое событие имеет для них особый смысл. Когда мы 2 года назад закладывали камень в день рождения Эрнста Иосифовича, тоже был снегопад. Вот, и очень символично, что сегодня тоже идет снег. И именно в этот день мы производим монтаж, и все подходит к логическому завершению. Что то, что было обещано автору, на сегодняшний день это будет выполнено в полной мере.